Барселоны. Mayxzap в своем первом поединке довольно нещадно уничтожил своего оппонента. Там по 7 мячей влетало в матче. Так что, я думаю, мы вправе ожидать довольно интересный матч и сейчас в исполнении Баварии. Ну, а то, что она играет против Барселоны, это уже крутотенечко. Так, Барса в атаке, Бускетс на Вилью. Вилья спокойно на левом фланге, можно попытаться что-то придумать. Отдает на Месси! Не до конца прошел Лионель. Я думал, все-таки накрутит он последнего защитника, но не до конца у него получилось. И что-то опять там не то с настройками или что? Что-то опять не то с настройками. Мораль, играйте на джойстиках. На геймпадах играть все-таки более надежно, чем на клавиатуре. Вот мы видим зато тактическую расстановку одной и второй команды. Так, и заработало или нет? Заработало. У нас все. Поехали. Что-то сбились настройки или что? Неясно. И В параллельной игре КПИ 1-0 повело. А мы смотрим здесь. Здесь атака опять от КПИ. Гомес пытался сбегать на мяч, но тут спокойно Хавьер Маскерано. Барселона начинает развивать свою атаку правым флангом. Алексис Санчес на Хави. Хави на Санчеса запускает. Отличное забегание Алексиса Санчеса по правому флангу. Входит он в штрафную. Режет угол. Отдает центр на Лионеля Месси. Месси входит. Удар. Отлично. Отлично играет вратарь немецкой команды. И счет все равно 0-0. Но мяч опять у Барса. Хави, Санчес. Санчес в штрафной. Прорывается Санчес. С острого угла. Пасовывает. И гол! Лионель Месси на 17-й минуте. НАУ в этом матче ведет 1-0. Интересно у нас все же FIFA складывается. И вполне вероятно, что и закончится у нас все ничьей. В общем противостоянии КПИ и НАУ. В футбольном противостоянии, скажем так. Ну что, мы смотрим дальше. Франк Рибери по левому флангу. Простреливает здесь спокойно. Спокойно Вальдес. Ногу там подставил Дани Алвиш. И Барселона отрабатывает здесь в защите хорошо. Так. Что такое? Я думал, это какой-то читерский прием. Не тут-то было. Вилья. Вилья проскакивает мимо Рафини. Боатен пытается срезать здесь. Но пас на Месси. Месси отдает на Вилью. Нет, отлично здесь отыграла защита Баварии. Мюллер, смотрите, как глубоко играет все-таки Мюллер. Ну и пас на Франко Рибери. Рибери на Филиппа Лама. Лам по левому флангу пытается пройти. Но не протащил он мяч. И что? Мяч у Барсы? Ого! Судья! Мы знаем, где стоит твоя машина. Швайнштайгер с мячом. Отдает центр на Мюллера. Мюллер может перевести еще дальше. Нет, играет на Швайни. Швайни налево. Франк Рибери, но тут застопорился с мячом, и много защитников Барселоны уже возле своей штрафной. Шванштайгер не до конца дает пас, и мяч обратно у Барса. Иньеста! Иньеста запускает Вилью на левый фланг. Нет, Вилья не побежал. Вилья сейчас продвигается, проходит центр поля. Отличнейший пас на Месси. Месси входит в штрафную. Месси будет ли бить? Месси! Нет, крутит защитника Месси, только сейчас пробивает. Но это было уже поздно, но опять Лионель с мячом! О боже, что творит этот золотой мальчик! Фантастика! Какой гол от Месси! И вы смотрите, параллельно, как НАУ в одном и во втором матче забивают голы. Здесь 2-0 в пользу Барселоны. А в параллельном матче Реал Мадрид сравнивает счет в матче с Челси. И НАУ делает интересную заявку на успех. Ого! 2-0 здесь Барс. Поехали дальше. Баварии нужно подсобраться. Лам на Мюллера. Томас Мюллер отдает центр. Бавария, видите, все по левому флангу пытается пройти. Фланг правый не юзается практически вообще. Марио Гомес. Отличный пас. Швайнштайгер 2-1. Швайнштайгер 2-1. Не так все просто, как казалось бы. Ну и Барса разводит с центра поля. 31-я минута. Швайни забивает первый гол в ворота Барселоны. Кстати, вполне вероятный финал Лиги Чемпионов этого года.
Ну, собственно, Челси, Реал тоже. Это какой Реал? Реал это вообще не команда. Хави. На Иньеста. Иньеста протащит мяч сквозь Боатенга. Отдает на Вилью. Вилья против Рафини. Одержал мяч. Иньеста опять в центр смещается. Отдавать некому. Финтит. Отдает сейчас отлично. Сейчас нет. Все-таки тут не сбивали никак Лионеля. Вполне игровой момент. Опа. Контратака Баварии. По правому флангу. Ариен Робен. Забегает по правому флангу. И, в принципе, может быть очень опасно. Робен скидывает в центр. Еще один пас. Гомес! Ой, какой был момент! Минута игры. И мяч задержался немножко в центре поля. И сейчас опять может быть шанс для Барселоны. Алексей Санчес. Хави. Ну тут вне игры, конечно. Глубоко или не было, но, конечно, было. Это не украинские судьи. Они видят все. Ну и первый тайм подходит у нас к концу. И в одном, и во втором матче. Здесь у нас 2-1. А, во втором матче уже, по-моему, идет второй тайм. Да, там уже второй тайм идет. В параллельной игре здесь у нас только 45-я минута. И очередная атака Баварии. Франк Рибери отдает центр. Марио Гомес. Марио Гомес пытался проскочить сквозь Дани Алвеса. Это не так легко и сделать. Рибери на Швайне. Швайнштайгер налево, обратно Рибери. Рибери может пытаться что-то придумать. Нужно отдавать в центр. Нет, закручивает. Он тут двух защитников отдает наконец-то в центр на Робена. Робен, смотрите, куда сместился. На Швайнштайгера. Швайнштайгер пытается пробиться. Отдает центр на Гомеса. Гомес входит в штрафную. И тут отрабатывает защита Барсы на 5+. Первый тайм окончен. 2-1 в пользу Барселоны. 2-1 в пользу Барселоны. То есть 2-1 в пользу НАУ. Челси! В параллельном матче Рамирес забивает гол. И КПИ ведет 2-1 в параллельной игре. КПИ близко к тому, чтобы выйти вперед в целом у нас противостоянии, в целой битве вузов. Очень близко. Ну а здесь второй тайм у нас пошел. Бавария в атаке. Мяч у Марио Гомеса, но тут же отбирает у него пикет. С одним нападающим не особо удачно получается пока у Баварии. Разгоняется здесь верь Барселоны. Месси в центре поля отбирает у него мяч. Брутальный ариец Боатенг. Ну и здесь опять Бавария. Ариен Робен может пройти по правому флангу. Нет, накручивает одного защитника. Пытается пробежать, проносит мяч дальше. Но здесь Хавьер Маскерано просто не прощает. Иньеста налево. Тем временем в параллельном матче был опасный момент, но ничем там все не закончилось. Там 9 минут до конца игры. Здесь у нас все 52-я минута матча. И Барселона контролирует мяч. Барселона контролирует ход игры. Ну и к тому же 2-1 ведет Барселона в этой игре. Маскерано с мячом на пике. Спокойно держит Баум мяч на своей половине поля. Ну не знаю, если сейчас такое правило, но мы когда играли в 2007 в футбол за то, что ты держишь мяч больше виртуальной 1 минуты на своей половине поля, могли гол засчитать. Потому что это типа затяжка времени. Но пока у нас 56-я минута, и не похоже на то, что тянет время Баум. Просто выбирает момент для атаки. Мы видим Вилья. Вилья и дает опять в защиту. А, то есть максимум 6 минут можно на своей половине поля держать. А, я понял. Ну, 6 он не держал, он держал 3, но все равно достаточно много. Видно, что затягивает время. Пытался. Ну какие здесь просто-напросто перипетии. Война. Настоящая битва вузов. Главное, чтобы она не стала настоящей битвой вузов. 2-2 в параллельном матче.
НАУ сравнивает счет на 90-й минуте, и там будет золотой гол. Ого, вот это да. Здесь Барселона с мячом последних минут 15 просто возится виртуальных. Не может ничего сделать у нас Мейксап с ним, с Баумом. Хави, Хави, Хави с мячом. Центр на Месси. Месси отдает на Хави опять. Хави по флангу. Нет, не пойдет. Ой-ой-ой, а в параллельном матче на 90 плюс 2. Еще один гол забивает игрок, представляющий команду НАУ. Это Шарк, и он там 3-2 ведет на 92-й минуте. Это фантастика. На 89-й 2-1 проиграл. Барса в атаке здесь. И там заканчивается матч. 3-2. НАУ зарабатывает 5-е очко и ведет матчи против КПИ 5-4. Ну и будем смотреть, будет ли 6-е очко для НАУ здесь. Бавария в атаке. 69-я минута. Весь второй тайм у нас проходит под знаком держания мяча Барселоной. Пас на Рафиню. Рафиня пробегает по правому флангу. Абидаль за ним. Рафиня накручивает все-таки до Бидаля. Пытается войти в штрафную. Входит в штрафную Рафиня. Навес. Но здесь спокойно защита Барса играет. И вы видите, в силовой борьбе. Но тут должен быть фол. А нет, чисто. Против Алексиса Санчеса отыграл Швайнштайгер. Рибери. Не точно. Не точно. И Санчес запускает Лионеля Месси. Месси может отдать на правый фланг. Отдает на Санчеса. Санчес потерял мяч в жестокой борьбе. Но тут же отработал до конца. Нет, все-таки фол со стороны немецкой команды. Ого! Вбрасывание такое серьезное было в сторону штрафной площади команды из Каталонии. Но 2-1 на 75-й минуте. И атака Барселоны. Месси на Иньеста. Иньеста на Давида Вилью. Вилья по левому флангу. Должен протащить мяч, чем дальше это возможно. Скидка в штрафную. Ох, тут поборолся до конца все-таки игрок Баварии и оставил мяч в поле. Робен на Мюллера. Швайни с мячом. Судья помешал немножко. И такое бывает. Гомес. Марио Гомес. Один против двоих. Не решился. Отдает обратно Робен. Робен запускает Рафиню. Рафиня на Робена. Нет, теряет Бавария мяч. И 10 минут до конца. Ну и Баум продолжит действовать на нервы своему оппоненту, придерживая мяч, не делая быстрых контрвыпадов, просто стараясь держать мяч, контролировать игру. Ну, держать нити игры в своих руках, скажем так. Вот тут могла быть потеря, но все же остается мяч у Барселоны. Хави. Хави. Хави протаскивает к штрафной на Санчеса. Санчес с угла смещается, скидка в центр. Здесь спокойно Буатенг. На Мюллера может быть контра от Баварии. Рибери. Рибери разгоняется по флангу. Есть заброс на центр. Ух! Казалось, не пройдет. Робен отдает налево. Рибери входит в штрафную. Нет, все-таки накручивает на данный момент штрафной под углом. Рибери на вес. Марио Гомес. Какая контратака от Баварии. 2-2. Вот это да. Вот это да. И есть пауза. Буквально 3 минуты до конца игры. И Бавария делает... Ой, Барселона. Барселона будет делать кое-какие замены. Все же тяжело. Что, 85 минут 30 секунд на сыграно. Всего 5 минут виртуального времени осталось до конца. И нужно здесь что-то решать. Педро, Афила и Фабрегас. Ну нифига себе, Барселона. Сразу три замены. И в атаку несется Баум. Всех нападающих, кого только можно. Здесь Афила выходит вместо Санчеса, я так понимаю. Педро вместо Вильи. Вот Педро. Сразу теряет мяч. Отлично. Да, Педро вместо Вильи. И Сеск вместо Хави или вместо Иньест. Я вот не заметил. По-моему, вместо Хави. Свежая кровь на 5 минут. Грубо говоря, на 2 атаки. Разогнать скорость. Но здесь шанс. Шанс на аванс. Мюллер раскручивает.
Потерял мяч. Маскерано запускает на Сеска. Сеск отыгрывается с Ибрагимом Афилаем. Афилай. Афилай может запустить Вилью. Не Вилью, а Месси. Месси с мячом. В центре отдает на Сеска. Сеск может протащить мяч. Сеск протаскивает таки в штрафную. Но здесь защита Баварии. Защита Баварии очень плотно играет с нападающими Барса. И будет у нас golden goal. Будет у нас золотой мяч. Ох, какая серьезная борьба за очередное очко. Это серьезно. Ну а параллельно матчу началась уже вторая игра. И там у нас вперед уже вышел представитель КПИ. Да, там уже Сайлор 1-0 ведет. Напомню, на данный момент в общей битве возов 5-4. Ну и ждем здесь переигровки. Тем временем Реал в параллельном матче сравнивает. Очень быстро НАУ все возвращает на круги своя. Ну и тяжело ФИФЕ пока дается ведь, ребятам из КПИ. Дается, но тяжело. Итак. Так, ну что, готовы оба игрока. Поехали. Напомню правила. Игра идет до золотого мяча. Кто забивает, тот выигрывает первый матч. Потом еще будет матч номер 2. А может быть и даже номер 3. Все может быть. Сборная КПИ забивает еще один гол. В параллельной игре Сайлар повел 2-1. Ну а мы поехали смотреть за решающими моментами игры между Баварией и Барселоной. Что-то не так. О боже, тут параллельно пока Инхардбит играет в ладер, и там такие мега-алыны от Зерга. Жестче и не придумать. Но, к сожалению, неудачные будут эти волыны, есть мнение. Или удачные. Ладно, смотрим за ФИФОЙ все-таки. Барселона у нас с мячом. Ну и смотрим, сможет ли Баум сейчас, так же, как это было в первом матче, победить. Ой-ой-ой, какой пас на Иньесту. Иньеста уже в штрафной. Накручивает защитника. По центру, да, и все. Вот он, гол Бускетса. Опять решающий мяч у нас забивает Бускетс. Вот это да. Вот это игрок. И 6-е очко падает в копилку команды НАУ. Чуть не сказал НАВИ. Но пока не НАВИ, пока просто НАУ. 6-4 ведут НАУ. Ну и пока параллельно КПИ в параллельной игре пытается заработать 5-е очко. А у нас сейчас будет второй матч. Второй матч. Ну и мы ждем, пока зайдет в игру Mayxzap. О, какая разница.